А зачем ты не сейчас самоунишь? Он что, тоже не с нами? Он, короче, просто заныкался в форме огня, и он беспалевный. Я чуть не понял, а чё, чё-то меняли... Короче, они меняли шмотки, типа, статы шмоток? Да. Ебать, хуйня, пушка, пизда! Какая, какая, Линкольн? Которая с оперы, она была охуенной, просто сокет плюс 40 дэмэджа среднего. Сейчас она хуже алгалонской сейчас. В смысле, ты имеешь в виду на этого... На так, этом да. Сервере поменяли? Да, такая пушка была пиздатой. Почему сейчас она такая хуйня? У нее 240 среднего ДПС было. А чё вы стоите? Или об этой? Не, я который линканул, ну, снайпер. Погнали такая. Дальше. Чё за залупа? А ДК в дискорде? Да. Это новый или тот же? Тот же ДК, но другой человек. Как есть китайцы-таксисты. Если кто знает. Я тоже что сразу не таксист. А, кстати, про таксистов. Чувак сидит, таксует. И на коленке еще губы фармит. Жестко. Мы в одного хила пойдем, да? Да, не, ты че, тавля одного не сможем. Придется кому-то похилить. Я не с хиру. Признаюсь, кто умеет хилить. Я похилю, парни. А рейслинг может еще. Я не. Сейчас дождите, книги вам раскину. О, раскинул, блядь. Куда? Так, а рано может в одного хила, не? Он же не дамажит вообще. А где мы мага потеряли? Да я спрыгнул вниз за книгами. Он спрыгнулся. Осуждаю. Я так понял, шкаф нужен. Да, да, еще поставлю. Да разве там тот старый шкаф не остался? Ну что, по-моему. Че, не знаете про книги эти, что ли? Знаем. Я союзно. Вот тут старый шкаф есть, идите сюда. Мы уже новый поставим. Мы уже на. Ух, блин, дерево тратить. Кто будет леса? Кто будет после вас леса отращивать? Чем что тут без танка, говорят, можно, да? Меняю мужчину тоже... на кастерскую книгу. Тут можно и без танка в одного хила, блядь, не? Ну, если два вока, то да, без танка. Да он за Динос уже вон. Как он это сделал, хуй его знает. Но он за Динос. Да я два раза, ты понимаешь? Дай каску, паузе. Рыба стоит. Послушайте. Так, реально, что за хуйня? Почему шмотка статы поменяла свои? 240 ДПС это с героика. Вот это. Собивать будем аркан магия. Эти стрелы ебучие. Бля, может я проебался? Меняем мучение органов это... на книгу. Да, не надо, сейчас их юзать. Будем на драконе юзать. Это чё? Самое. Левых контролишь, а правых придется что-то с ними делать. Я фирять могу. Так, у нас бафы не все, да? Да уж, да. Давайте не обогрёмся. Заходите, заходите. Это будет красивая победа. АДК не зашел? Нет. Не киберспортивно. Да и похуй. Притянет. Там, надеюсь, притянет. Притянет. Бомж его уже вон тут дерется вовсю. Ну так я его отправил. Боевой бомж. Звучит, да? Стойте на месте. Не двигайтесь. А вчера уже меня ничего подвигло. Пизда нам. Тоже подвижу. Этого, к сожалению, мы никогда не узнаем. Вот тут именно пол это лава.
Беги, малышка, беги! Кстати, это уже в прошлый раз. Бля, какой же он долгий, этот босс, ебать. Ты все таких сделал. Кстати, можно БЛ дать. Не, не надо. Типа... откатится. Я не думаю, что он откатится на следующую. Хотя там... ты пока. Ладно, давай. Что-то хант себе позволяет. Дамажа, что ли? Угу. Зачем ты это делаешь? Я в него истерию кидаю. Беги, малышка, беги! Вот это про истерию можно и не говорить, на самом деле. Надо с честностью. Это было лишним. Я думаю, что не так? Вот и зачем ты делаешь? И он такие звуки издает, как будто он сейчас обосрется. Да. Ром. Прям как Дева, да? Угу. Быстрое обслуживание. Там это... балдеет. Быстрое обслуживание. А на горожан есть этот, как его зовут? Левых контор. Дракончик. Нет. Нет. Ты имеешь в виду, типа, что-то... Ну, это, да, с данным. Зачетки. Беги, малышка, беги! Блять, еще замедлило дать. Ебаный. Мне пиздец. Диспавил с колушком. Прикинь, меня не убило, даже не успел отбежать нормально, но меня не убило. А очень, что ли? Я херовное производство. Правда, мне какой-то вот прям бешеная КД на каст. Это нормально, он титан антимаги. Ля, не, можно у меня мана подвесится? Не бегайте только, пожалуйста. Кто бегал? Артур умер. Из дороги, правильно? А кто еще хилит, кроме Эдза? Никто. 20% парни. Не, мы тут не... А хуй там. Ну если все сбивать, тогда да. Сможем. Я типа контролю как бы. Рислин же может подхилить. Ну я подхиливаю, но... Блядь, о, они исчезли. Нормально. Бьем. Ждем, ждем. Ой, мана покончилась. Блять. Стойте. Стойте. Ой. Прикольно. То есть, если бы он сейчас потянул, тогда бы был бы пиздец какой-то. Было бы некрасиво. Блять, меня полиморф. Я в венце и в полиморфе. Да, да, хуй. Так, где там босс? Чек тебя. Речка. Парни, я считаю, это сильно. Это я? Ну, получается. Ух, ебать, голова хуй-то. Хорошее колечко. Но я не весну, доля уже. А я лес дуля. Вот есть что. Книга вон лежит еще. А че не могу резнуть? Че, по нельзя ножом резать? Ну, резну всех. А, кроме паузера, где паузер? Что я сплю нахуй. Ух, ебать, ваша добыча красивая.
Кристалл бездны. Кристалл, так еще и бездны. Шапка неплохо выглядит. А пенис не... нет, не перекидывался в чего, что ли? Да, вроде не. Так мы... А, ты в совет, тогда нормально было бы. Тут эти мобы. Через лево будем ходить. Во, книгу возьмите тут. Во. Все. Кажется, на трешу одного. На расслабоне, на чили. На чили, на расслабоне. Мне нравится, что здесь огонь не дамажит. Тут на самом деле и дождь не дамажит, а он же должен дамажить, правильно? Ну, да. На ране котором. Ну да. Да они просто под свои механики сломали что-то, даюсь. То они там кастомное сделали. А мы уже недалеко около дракона, да? Сейчас мы будем тут. Кто меньше победить? Так, левый. Тут книга лежит, потом возьмёте. Возле меня. Нет книг. Тут, прыгаю. У меня уже две книги, но ни одной, которая подходит мне. А потом разберемся на доклоне. Пейсты тут можешь дальность уменьшать, мобом это гуманоиды. Это чтобы нам меньше бить мобов. Он, блядь, стоит в маностойке. Это придется бить. Как же удобнее пить, когда хаста появилась. Дальность, если что, поедешь. Тут книга будет возле столика. Нашел. Титанов. Ну, не в титанов. О, Паузер, давай поменяемся, я тогда на это. Мучение Боргина вот у меня. Давай. Еще одна книга на краю лежит. Вот тут книга. Горных, что-то там. Не, не право горных королей, а огни титанов. Я не успел чекнуть быстро. Да это я не успел. Откуда у меня еще одна книжка? И там еще красная лежит возле столика. Еще не готово. Гнев титанов. Вторая версия. У меня все четыре. Все четыре элемента. А, Вок, спекайся сразу в Африк. Ну-ка, уважаемый дракон. Я в Африк, у меня хуёвый. Я нормально в Дестрике дам.
Блять, тут афлик намного вот больше. Не бог не птитанов. А мы тогда уже пробовали, порча хуево разгоняется. Да там высасывать будешь 60к, Кайл. Плюс ты когда бежишь, твоя дота еще 15 секунд будет ебашить его. Ну, у меня прям очень голый афлик. Типа прям, я в дестрошмоте буду. Ладно. Тогда придется. А что, можешь летать за касками с аукциона? Зачем? Ну, не знаю, чтобы кулаки развесить. Кому надо? Ебать, 80% рейда нахуй, все РДД. Я хочу кулак. Тогда придется, наверное, тебе. Ты 30 будешь ловить, я 25. Не, парень, если не пенсионер, мне все равно, типа. Или давай лучше я. Я могу фул ловить вообще. У меня 30 кг будет. В смысле, у тебя сейчас 26, 27. Как я сейчас больше будет? Афнусь. Рыбу поим. А, у меня рыба есть уже. Рыба. А, это раскидайте книги. Кому там какая надо. У меня есть лишний лист. А рыба стоит. Возьми для павших, можно ШП отдать, я вот отдал. Второго хила это пенанс. Лучше пенанс будет. А, так этот же будет еще щиток приста. Нормально все. Да, в ДЦ. Отдаем книги на этого босса. Да. Да. Остальные же ватные. Это ДПС-чек босс. Ну, не скажем. Вот долбанный Молчазар. Его големы. У него там на везение. Вчера Молча с первого раза завалили. Он прям именно на нашей стороне воевал. Говорю, кому выдать книжку мне в титанов на 5к от магии тьмы? Это говно. О, можно мне, кстати? Я заебался уже прыгать, блядь. Бери. Вот, стою. Да, и заяц еще. А книжку только одну можно юзать или несколько? Две. Зачем вы юзаете? Ну, больше. Я думал, на Молчазара надо юзать. Я не понял, а как брать-то ее? Книга юзаешь, да и все. Короче, лог будет. Так чё ты поел, у тебя хп больше не стало. Я могу синяка призвать. А, нет, ищет. Это уже это. Это уже будет. А еще у меня заслон есть на 6000 от темной магии. Оно ж темное бьет. А там похуй на твое, это 6000 будет. Так, все готовы. Давай, ты 30 своешь, я 25. И как там, 15. 50 же стак. Он подходит, и мы бьем. Петь. Давайте не обосрёмся, пацаны. Ближайший каст, телескоп синий. Был. Смотрите за ужином, если появится под вами. Она дебильно появляется, мы. Сейчас будем сваливать. Сколько ты свое? 35. Ага, сваливать. Аспект. Бля, вижу, можно. Меня теперь я 2 минуты не могу ловить. Че страшного? Я могу. Если ты не можешь, у тебя это должно быть. Скинуться. Это если типа так меняться, то оно типа дебафки дает на так первого. У меня прикол в том, что у меня же нет. Ну, оно кидает на первого, на того, кто первый поймал, чтобы типа не обузили. Да, если это ближайший синий телескоп каст. Я ебу, блядь. Че он там еще?
А что с ним не так? А ему похуй. Да. Бьет этих. А если второй станешь? Ну стань просто передо мной. Значит, блять, опять будем бежать в ту же сторону. Вот противоположно бежим next, правильно? Ну, ну назад, да. Там где мы были. Okay. У меня усиление хильте. У меня стаков много уже. Сейчас выхожу. Скашка, да. Ты 12 будет. 8, 9. Сейчас все будет. Один. Все будет. Сейчас у меня добав есть. Меня... А какого он пета там пиздил? Бомжа. Всех троих он пиздил там. А, сука. Петр ваш ебаный, блядь. Крыса ебучая. Следование за собой нажмите там на пет. А чё он стоит, блядь? Не, ну это даже и в плюс. Нам не приходится бегать. Ближайший сеть, телескоп. Лок, я возьму. Класс. Возьму, возьму. Лок возьмешь. Тебе, сука. Сейчас в другую сторону будем убегать. Ну не еще, а когда на время перейдет. Когда много наберешь, отходи. Угу. Не, Африк тут все-таки больше имет. Выйди, выйди. Блять, я с камнем, я с камнем. Окей. Че убегать будем? Убегаем. Станешь, когда это закончится. Угу. Не в ту сторону бежите. Сюда, к этой стене. Типа, там иногда багается, если близко к порталу ставить. У нас вчера багнулось, луча просто не было. Смотри, я одной ногой на книгах стою и вот. Чё, блядь, сильный что ли? А чё за... Ближайший зелёный. Телескоп каст. Дальний синий. Давай, вставай, чё. А, я лужа. А, ёптвай. Давайте лестницы лучше. Да не-не, я встану, чтобы БР не тратить, а то сейчас вдруг кто-то опять поймает лучше. Кто-то зеленый лучше. Пинанс, 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 сука! Ты чё, блядь? Под ноги смотри. Ты бы отошел бы, я погибну. Э-э-э-э-э-э. Отстань от меня, лучи-бучи. Ты ему... Бежай. Бегаем. Лок стал, я думаю, что за парня один лучше. Бафните вот. Не, пристабаф дайте, главный. Этот на дух. И на изист. Короче, все. 3 минуты берса. Ну как раз должны успеть. А-а-а. Не, останется 10% примерно. Здесь ближайший зеленый. Телескоп синий. Вообще эта лужа не должна так работать, она должна типа тикать, а не сразу дамажить. Уйди нахуй, ты чё делаешь? Хуя же, блядь, этим подавился. Блинчиком. Извини, пожалуйста. Приятного аппетита.
Кто заберет? Шам, 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 шам. У меня это дебаф. Понял, ну ладно. Ну, давай сейчас. На мужика. 40, подожди, 45 подожди. Стаков уже. Уже нет смысла. Убегаем. Убегай, убегайте. Я не дам тебе второй раз умереть. Не. Последний раз. Бегаю. Сейчас буду до последнего бить. Да хуя мы оставили. Ставлю кому вчера оставляли ему 15% на этот момент. Чисто из Африка, там разгоняет его охуенно просто. Ближайший синий телескоп каст. Ближайший синий. Внимание за ужином. Если мы его сейчас не убиваем, то все. Нормально. Как раз лужа появилась, до конца уже не будет, я думаю. Но... Нет, там можно еще некоторые убить его. Берся. Кафаза идет. Потом, когда выходит из фазы, тогда уже все. Сейчас до конца допьем. Да-да-да. 30 секунд мы успеваем нормально. Вокруг. Вернется на другую сторону. Ну все, теперь фаза кончилась. Очень жаль. Подожди, next time. Да все уже, фаза. Видишь, портал появились. 6% стали. А персы почему-то нет, кстати. Да, ну, есть он. Есть, вижу, а, вижу, вижу. Нет, хилится он от лучей. Не, ну, я могу в Африка уйти, но... Он сдаст рашмоть. Сейчас скажу, сколько хасты у меня. Ой-ой-ой. 450 хасты будет. Это много. Кому сейчас легко, блядь? Это хуйня. Надо в 700 вроде. Как так-то? Даже в Дестике вроде надо хаста. Не, в Дестике... Нет. 340-400 хватает. Побою в Аркане тогда. Так ты и так неплохо надамажил. Ну да, но в Аркане там типа бурст каждую минуту. Фаза плюс-минус минут. Ну так что, мне в Дестре остаться или в Афле зайти? Оставайся. У кого-нибудь есть еще ненужные мне в титанах? Есть. Кто сказал, что есть? Есть. Ну, у кого? Есть. Плюсик в чате. А, левые эти. А вот там рыба. Пит последняя.
значит я первый буду ловить. Я просто тогда, если бы я тогда не упал от лужи, я бы лям надамажил сверху. И все было бы нормально. Ага. Не получилось, не вышло. Да, лужа говна, не рабочая. Стамина, стамина. Бафни мне, пожалуйста, каску. Ой, а мне тоже можно каску? Действует 6 секунд. И раз в 2 секунды наносит урон, а он стоял, блядь, секунд 30 или 40. Хуйня какая-то. Паузер. Это не таути. Паузер еще ждет. Все. Давайте. Давайте не обосремся, пацаны. Это будет красивая победа. ДК. Зеленый луч берите. Зеленый луч заберите. Может, до конца, наверное, держать? Не-не. Я ебёст уже. Ну если повезет, только хильте меня усильнее. Сейчас будет фаза уже. Готовьтесь. Убегайте. Всему нахуй манус спалил. Да не, зачем я ВПЛ их изону? Лучше оставить вам. Как раз откатится сейчас этот 5. Вот почему он стоит он долго, сука. Мы теряем нахуй ДПС, этот пидор стоит, блядь. Я думал над тем, чтобы это не ждать. Ну, телескоп красный, ближайший зеленый. Я славлю. Я на всякий стан. А зачем надо, если надо было на меня? А, могу СС тебе дать, кстати. Давай, давай. То у меня, блядь, маги-то самый тонкий класс в мире, блядь. У меня надо усиленно хилить. 35 так. Можно... О, нормально, можешь держать до конца. Ты ужас, ты. 42. 44. Готовьтесь. Входите. Ну хз. Мне кажется, все равно аркан такой. Не, 16 тысяч это заебись. Да, ну типа это. Я по хп ориентирую, сколько остается после этих. Бля, ну вот что за хуйня, почему это говно стоит там? И телескоп зеленый, ближайший. Буду жестко разворачивать его. Там станьте кто-нибудь передо мной. Паузер. Лужа, мимо. Я живой. Я молюсь просто, чтобы на меня не кинулась лужа. Лужа. Тридцать стаков. Лужа уже не кинется.
Да. 40 стаков. Готовьтесь. Две лужи в танке. 43. 45. Уходите. Надо в дальний угол. Всё, ладно, нахуй слева. Посмотрим. В самый Привет. Дальний угол надо? Ну, по идее. Чем дальше, тем лучше. Гарга там хуярит его, блядь. А ту, блядь, тебя в жопу. Типа. Ну еще не галакс ебывается. Что-то он заочковал, блядь, что за хуйня. Сколько там на берсе осталось? 5, 4, 30. Ну и что за хуйня, блядь? Ближайший 7, телескоп и каст. Хан, подойди, пожалуйста, я не вижу себя. Сорок. Готовьте потихо. Да мы успеваем, видите? 45. Поиску не надо. Не надо. Уходим. На следующий премиан 15 ставим. Нам, блять, несказанно везет. Ну, ни одной лужи. Уебанской. Под меня не попало ни одной. Что на мне, блять, 10 нахуй. Не, ну знаешь, это лучше, чем под синего кинет. Все. Телескоп си. Джаш каст. Поиску. Так это идите от зеленого луча, не? Тем более хил. Парни, что-то некрасиво. Хилится. Берите зеленый луч. Зеленый любой мелик. Что, накурились или что, блядь? Шаман забрал. Ну, Лем отхилит вроде немного. Я стоял перед лучом, ёпт. Что за прикол? У тебя, наверное, висит зеленый дубав. А, блядь, да. 36. 40. 44. 47. Готовься уходить. Ну, 19%. Ну, не очень. Ну, типа с Африком все-таки лучше. Нормально. Ну, в смысле, когда шмот есть. Да как у тебя спало когда? 20 секунд. Ближайший зеленый телескоп раз. Давай я пока. 20 секунд. Я пока зеленый подержу, как только снимется, скажешь. Я сейчас на экзекут фазу будет, блять, ханту этот истерия. Че, а, бля. Давайте поиск, если есть. Хан Пал. Чуть-чуть ближе ко мне. Пал. Уходи. Угу. Все, сейчас будем до победного ебашить. Ёпт. Держите на мне сейчас. Луч заберите, луч заберите. Всё. Бля, не угорайте, пожалуйста. Угорать. Сколько там? Всё, вокруг. На, сильно, я на тебя еще был один. Да, я вижу. За спин, за спин, за спин.
Парни, тебе спортсмены, красавчики. Запинали этого пидора. Охуенный луп. Спасибо. Такое говно высрал. Будет мой. Что, малча будем тратить? Конечно. Смысле? Тратить. Смысле, час ночи, там вся хуйня. Похуй, ебать, хоть 6 утра. Мы должны просто с пул первого и все. Минус коленки. А всех маны не хватило. А только спекнулся. Да блять. Тут книги есть. Еще одну взял. Они нужны, они особо ничего не дают. Ну, плюс-минус что-то даст. Ой. Бафы тоже не особо не так сильно дают, но с ними то приятнее. Тут с иглой. Писька увеличивается. Думаю, шахматы мы не будем сейчас делать. В смысле? Да что тут их делать? 5 минут ты поковырял это всю хуйню и все. Я не знаю, что на шахматах делать. Или тут все изи. Че, ебашим, да? Да, все изи. Ща покажу. Отойду на пару минут. Ебать. Я хочу быть судьей. Давай. Это пиздим. А, мы их бить будем? Я думал, мы играть будем в шахматы. Ну, почти как играть, только не совсем играть. Вот что эти двое играть надо. И вот эти. Парни, что делать? Объясните. Пешки двигаешь до упора, блять. Потом фигурами ебашишь. Кружок, звездочка в линию. По линии вперед стреляют в череп, нахуй. И все, пиздец. Треугольник стреляет с любой позиции в череп. А там уже треугольник пошли. А уешат вокруг себя демоны по краям. Кто вместо ладиста или орды. Все, на вожде нужно просто четверкой взять. Садитесь, блять. Короля уже запустить надо. Куда мне сесть, парни? Садитесь. Кто сильно не хочет это, сейчас отдохнуть хочет, садитесь на вождя. Нужно просто стоять рядом со своими и четверку взять. Я в некролита сажусь. Ай, куда? Кто занят? Да забей хуй просто. Я чернокнижник. Прикольно, я вижу себя стоящего возле фигуры. Ебать, красиво. Прикольно, кстати. Главное тебе на вожде стоять недалеко от своих, чтобы и бафов был. А на чернокнижнике что важно делать? Чернокнижники просто хуячит. Да, только эти бы... За них выигрывает, за счет их. Отодвиньте пешку, которая перед чернокнижником стоит. На демона кто-нибудь сядь этого. Там самый интересный геймплей. Стоишь и на искосок. Я могу без команды двигаться. Под огнем, блять. Ну ты на КД, смотри, скилло. Блять, это пиздец какой-то нахуй. Придется сам. В одну линию не кроли там, нахуй. Ебашь, лоха. Где он? Кто там, никого? Прикольно, я не могу. Ну по очереди мы ходим, окей. Звездочка и треугольник в одну линию встаньте. В одну я линию, понимаю. Двигай вот сюда. Нет, вот. Мне только освободили этот проход. Тут можно было идти, я говорю, мне А кого у нас приоритет убить? Короля. Короля ебаного. Только череп убить. А, окей. Лих их даете. Из пешек можете похуй вывалить. Этим управлять. Главное, наручную. Пешки-то надо двигать, нахуй вы их обходите, блять. Надо было их вперед задвинуть. Бейте это... демона, и пусть некролит сделает 2 шага вперед. Ну, типа, печенька одну и звездочка за ним. И хилить не забывайте еще там, блядь, хилка есть у вас. Да. У лока. Некролит, встаньте выше, вперед, выйдите. В огонь ебаный, выводите. Пешка чья в огне, блядь, выводите. У меня хил таргетный или ОЕшный? Таргетный.
Некарлиты, подойдите вперед, оба. Кому-то из-за нас. Зачем? Мы ждем, не ходи. Тебе нужно не позволить сюда и себе. Уберите волка, зачем вы его пододвинули. Надо, чтобы некролиты стояли ближе, потому что они не... последние не достают вообще по никому. Надо подходите. Эту пешку запиздить, вот эту пешку надо запиздить, освободить путь. Давай, блядь, поверни пешку. Хуярим. Вот этого пидора заебашь. А у них дохуя, на самом деле. А у Е просто нажимай, пока ты вот эту хуйню. Ага, вон там еще сильно нахуй зашел в тылы, блядь. Сейчас мы этого разъебем, второго подведем нахуй. И пизда нахуй. Эту пешку надо разъебать. Сейчас еще того пехотинца поверну. Нахуй он этого бьет, блядь. Сейчас его подумаю. Мотощил нужен? Сейчас мы втроем заебашим. Мотощил нужен, говорите? Волк. Ты смотри по хп, тыкай мышкой, смотри по хп. А, блять, это у меня... А ну-ка, что я... Самохил. Только у них общая КД у атаки и у хила. Чё за хуйня? Аббафал своих пешек. Чё у него хп? Стреляйте волка, блять. Да, волку уже всё. Земля пухом. Что там? А короля что-то не разъебывается вообще ни капли на. Угу. Стрелять они? Так не стреляем. По 3000 наносит. Сейчас пешку разъебем это, блядь. Ты может ты подведешь некролита на шаг вперед, как ты смотришь, пешку поможешь разъебать, завешать. Ой, блядь, ты не туда. Войт подошел. Сука, вам перегадил. Пешку надо разъебать, блядь. Демон мой ёбнец, короче. А, кстати, не хилит никого, а то хилку кинул по демону, я смотрю, до пизды гармонии. Да, у меня пристей башни. Я могу отойти, типа, но я бить не буду. Да, с разъебем уже пешку. Для меликов. Вот это... Пешку-то, блядь, ебать. Чернорук бьется с пешкой. Выводи Чернорука, выводи. И не кролика одного. Все. Тебе ебнул самодема. Кастеры должны стоять на расстоянии от пешки. Давай, я уйдешь. Ебать, у нашего короля меньше хп. Королем съебываться надо, блядь. Он пешку, блядь, за пешку прячься. Чернокнижник, там уже лей под короля. Ихнего. Да, с поражением достающий за демона стан. Да хуя, он уже забрал наших два волка, блядь, два демона. Волк один есть, блядь. Ну, одного-то забрал. Бля, какая же это долгая нудная хуй. Ну, что-то какая-то дрочь, реально. Че поделать? Сирус не завез в домах. Че, пешку ебнете? Там 20к. Ты заебался уже по косарю ее бить, блядь. Они большими стоят. Че вы делаете? Нахуй вы, блядь, ходите? Просто, блядь, не тратьте ГКД на эту хуйню, блядь. Кидай лыжу, блядь, зеленую. А там все равно остается КД. Да не остается. Ну... Ты изаешь обелки, у тебя остается КД, либо посмотреть, либо шаг. Я ж ходил постоянно. Бля, я на прошлых шахматах, блядь. Ну ладно, все, не важно. Короче, я рот играл, блядь. Теперь выводи чернокнижника оттуда.
Окей. Как тут? Ну, вот так, наверное. Да нет, тебе не надо с боевым вождем рядышком стоять. В одной клетке, например. А, вот так можно? Пробуешь? Ну, блять, он тебе баф дает на урон. Он тебе дает баф, ты кидаешь лужу и начинаешь, блять, убивать. Разъебали мне демона, нахуй. Талис пешки. Вовк. Вовк, двигай. Вот тогда двинешь. Парни, мы выиграем или проиграем? Ну, пока что выигрываем. Вождя 60 нашего. В него 47. Мы дрочимся. Да, это, конечно, пиздец. Черный книжников, короче. Сделать боссу 700 тысяч хп, блядь, но урон не сделать, блядь. Это заебись, мужик. Зря ты подошел. Можешь возвращаться. А там метеориты были. Да. А если... А метеориты на две клеточки дамажишь, что ли? Не-не-не. Двигай, двигай. Ты же, блядь, метеорит стоишь. Так он не дамажит. По тебе дамажит. Это же не твой метеорит. Нет, не дамажит. Уже нет. Потому что он попал. Не было ни одной. Фобос. Да-да-да. Не могу только двигаться, почему? Ну хочу сильно. 4% снос тянет. Ахилься, ты за. Сейчас умрешь, пиздец. Будет туда по хорошему стал бы. Чтобы доставать до него подушек. Коня пришел. Пловый, бля. Не пиздец, да? Съебываться надо, либо хилить себя, блять. Ну куда я буду тебя съебываться? Мне, мне надо на линии. Финанс, двигай. Съебываться надо. Молодец. Куда? Скажи мне, куда мне съебываться? Да бей, бей, похуй. Фобос, ты кидаешь там уже на Кале? Да, конечно. А, ты не достал до него? Ну, сейчас не достал, да. Давай, все кидаем. Че, вайп на шахматах, реально? Смотри, там Фобос тебя ебашит. Шпех тянется. Разум? А, да. Блядь, реально. Меня конь ведет. Как ощущение? Я не смогу лужу кидать. Конь ебёт, как ощущение, бля. Так мана по в бок уйти, а не назад. Уйди или умрёшь от метеоритки. Там лужа. Я хуй его нет. Куда уходить? Пизда. Подхилься и вернёшься потом. Мне конь тебя задушит. Вот это ты зря сделал. Вот скажи мне, пожалуйста, куда я буду дамажить, по-твоему? Хись, хись. Калят. Столько. Блядь, добивайте уже, блядь. Король а, подошел, что? Можешь дамажить. Да. Служи, вы идите. Двигайте. А можно я вручную его добью? Было неплохо. 80 тысяч, парни, давайте. Пиздец. А я у нашего 130. Душка. Ты повернись, его короля, блядь, лицом. О, прикольно. Вы знали, что если с фигурами разговаривать, они перестают бить? Ну, когда мы бездим с ними, ебать. Какими фигурами? Ну, минус пехотинец. Каз будем сбивать, он, блядь. Здорово! Здорово, говорит священник. Я сейчас с пехотинцем разговариваю, он не бьет этого нашего вождя. И конь на все, меня. Быстро все базарим с фигурами, блядь. Чё? Без разговора. Не хочешь? Приветствую. 50к. Добрый день. А еще мне прикол, вот я нажал на коня, у меня конь спрашивает, чем я могу помочь. Ой, бля. Я
я шизею. 30к. Ловить элементали, пить из них воду, не пускать их к нашему королю. 2000 еще дать. Сейчас начнут ебашить чернокнижника. А отсюда будешь доставать? Бля, серьезно, блять. Какой же пранк, блять. Именно туда, куда я встал. Так выйди, блядь. У меня КД, я что, блядь, не могу выйти, что ли? Я что-то передвинулся только что. Два себовой, нахуй. Обходи их. Там две тычки. Обходи их, блядь. Ёба народ, блядь. Смотри, он тоже пошел, блядь, пидор этот. Аля курва. Да выходи, это, блядь, вайп, забей. Выжмем. Да последним. Че, сюда пойдешь? Наискосок, ебаш. Ну чё ты ждёшь? А, КД. КД? Ебать, он тупо всю шоу. А, так он не гов... Он вышел с него. Да, заебись. Ебать, пустой. Блять, я сяду в чернокнижника. Пожалуйста, я не против. Ебать, я уже туда нахуй. Блин, так в прошлый раз же запинали даже без особых проблем. Я не понимаю, да. Так, никогда.